большинство изнасилований, состоявшихся либо не состоявшихся, это то, что по-английски называется date gone wrong. Свидание, которое пошло не так. Вы зовете молодого человека на чай, а он идет в аптеку за презервативами. Вы этого не планировали. Сексуальное домогательство – это игнорирование слова «нет». Если девушка говорит «нет», а парень говорит «да ладно». Это сексуальное домогательство. С точки зрения парня, он чертовски привлекателен. Она сама его пригласила. То есть когнитивный диссонанс. В вашей картине мира вы этого не планировали, он планирует. С точки зрения парня, который занимается сексуальным домогательством, он делает все хорошее. Он классный, неотразимый парень. И вот здесь есть классная черта. Если девушка дает ему понять достаточно убедительно, что он ведет себя неправильно, и у этого неправильно будут последствия, да, тут есть миллион оговорок. Если он вменяемый, если он не пьяный, если он в нормальном состоянии сознания, то можно до него донести мысль о том, что, чувак, ты делаешь какую-то херню, прекрати сейчас же, и все будет хорошо. То есть теоретически человека, который по-другому воспринимает ритуалы ухаживания, чем вы, можно остановить вербально. Насильник же, он знает, что он делает неправильно. Он знает, что женщин насиловать нехорошо. Но он все равно это делает. Вот фундаментальная разница. Вы должны для себя, вот если вы понимаете, что ситуация складывается... Понятно, что если вы зашли в подъезд, вас схватили за волосы и куда-то тащат, наверное, ситуация складывается нехорошо. Тут уже надо сопротивляться вообще без вариантов. Но если есть стадия агрессивных ухаживаний, ну что ты ломаешься, давай еще по 50. Вот это вот, да? Вот тут вы для себя должны провести. Я смогу вербально мудака остановить? И уже пора ему эту бутылку об голову разбивать. Потому что если вы разобьете ему бутылку об голову, тут уже нельзя останавливаться. Тут же надо розочкой лицо такое. Потому что он обидится и разобьет бутылку об вашу голову. Не одну. Или вашу голову об стену. В тот момент, когда вы начинаете сопротивляться физически, мужчина начинает вас убивать и очень сильно избивать. Поэтому сопротивляться надо как? Первое и последнее. Об этом еще когда-то Никола Макиавелли написал замечательную фразу. Говорит, наносить людям обиды надо так, чтобы они не могли отомстить. Поэтому если вы принимаете решение, да, мудак невменяемый, словами я его не остановлю, терять мне уже нечего, там сопротивляться на максимум, на 100%. Никогда не бейте в полсилы. Если можете этого избежать, не бейте вообще. Никогда не бейте в полсилы. Это я буду рубить. 100 лет назад тоже. То есть вы для себя должны провести черту и сказать, вот здесь я начну с ним работать. И это не будет самооборона. Я не буду защищать себя. Буду убивать его. А я больше ничего не понимаю. Потому он хочет навязать свою власть, злость и боль на вас. Это сложно сделать физически, потому что вы мельче. Ну, среднестатистический мужик, он крупнее и агрессивнее человек. Это сложно сделать психологически. Ну, потому что вы же не насильники. Вам же не нравится бить людей. А у нас у всех есть определенный барьер на применение насилия. Да, то, что вот я на железной леди говорю. Если вы не можете человека послать нахуй, громко, вслух, как вы собираетесь бить его по яйцу? С точки зрения социума, это еще менее приемлемое действие. Да? Нас постоянно вот в эти рамки загоняют, какой-то барьер. Не дерись, уступи, не скандали. Это правильно. Мы не можем жить как в каменном веке и постоянно выяснять отношения с помощью кулаков. Как бы вся цивилизация человеческая строится на то, чтобы было как можно меньше насилия физически. Но в ситуациях, когда вы попали вот один на один с этим уродом, который по сути своего не человек, он на уровне обезьяны сейчас находится, вам надо опуститься до его уровня. Кстати, еще более агрессивный обезьяна. Да, улыбайтесь.